Элсай, с вами снова Саша, и сегодня будет обзор умных часов Smart Life X. Это подарок на день рождения. Давайте же посмотрим. Вот они, умные часы Smart Life X. Что у них есть? Конечно же, звонилка, потом сообщения, разные фитнес-программы, счетчики калорий, монитор сна, будильник, камера на 0,3 мегапикселя, шагомеры. И MP3 плеер, я так понимаю. И вот они сами часы. Сразу установил сим-карточку. Сейчас мы пройдемся. В общем, все программы. Сообщение Bluetooth. Bluetooth для быстрого подключения. Журнал вызовов. Так, удаленно можно переписываться. Удаленная камера. Вызовы, установки. Ну, вернее, настройки, конечно же. Шагометры. Монитор сна, также напоминатель, QR-код для программы, там будильник, календарь, фотографии, также найти меня, аудиоплеер, Bluetooth музыка, устройство записи, типа диктофон, камера, управление файлами, калькулятор, анти-лост, антипотеряшка. Давайте посмотрим, карта памяти у меня здесь есть, давайте послушаю, например, iStandard. Думаю, вам слышно. Все идет хорошо. Процессор MediaTek 6261. LCD-экран. Автодисплей. Все проверено. Все работает. Давайте посмотрим камеру. Диктофон. Тест, раз, два, три, тест. Микрофон сейчас тоже проверим. Также здесь есть калькулятор. Что-нибудь ввести можно. Нужны меткие пальцы только. Давайте послушаем рингтоны. Также сообщение. И сейчас немножко поподробнее расскажу. Сами часы выполнены на Java. Не на Android, а на Java. Давайте увидим, как фоткает все-таки. Вот так. И звук при включении и выключении. Это включение. Также в комплекте должен лежать вот такой вот кабель. Type-C. Насчет батареи. Заряжается 1 час и держит весь день. Так что неплохо. Стоят такие часы всего лишь 1200 рублей. Думаю, вам понравился обзор на Smart Life X. Подпишитесь, пожалуйста. И всем бай-бай.